Что с лутом? Не знаю, что с лутом. Кто у нас ответственный? А зачем ты мне орел перед? Я на Дон. Потому что я с шамана вышел. Так, кому там они ушли? Кто-то там вообще их ролил? Нет. Нет. Эти ботинки. Давай это, Двойт Фьюри в медведя. Ну, кстати, да, на НХ они прям сильно. Не, ну извините, я их забираю. Ну, они мне вряд ли нужны, я посмотрел по хиту. Они жесткие, да, пиздец. 150. Он сдвигал его от меня, да? Понятно. Кому там квестик у нас по ЕПГП выходит? Дай мне его. Слушай, у тебя похоже на Эвер? Эвер, у тебя был квест? Нет, нет. Можно мне квест? А он такой же, как с десятки, да? Он тоже такой же бесполезный, да. Да, я понял. Ну, причем здесь просто ключ, мало ли что. Ну да, ключ. Ну, ключ сейчас у меня есть, и у Розы есть, и у Зорга, по-моему, есть. На совах, да, на всякой дичи, мало ли. Еще, по-моему, Скайю сделали в прошлом КД тоже. У нас как бы достаточно сейчас ключей. Ну, знаешь, наверное, не дает, получается. Присумоните это меня. Потом это доделаю его. Сейчас возьму, чтобы он разговаривал. Шкаф. Что, пока не базарят, перекурим? Да, он уже здесь? Не, нет, я здесь, потом договорю, зачем? А. Да я тут уже. Меня суманите. Хоть раз чем ты принимаешь, когда ты с нами? Пахан, там ребаф дайте, пожалуйста. А у Ешны тоже присты. Красочку. Кто-то ушел? Да, босс написал, что такое. Ну, Кубоба зовите. Куда? Ну, я написал, замена, заходите. Кто? Где замена? Кубо, плюсуй, донт. Время отправлять. Саманьки. А это мягко, в другой спек любой. Фул ребаф по локам. Стоит. Все, готов. Отлично. Карась. А без него можно. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Давайте нажмём. Ладно, сижу. Это я только мёртвый без гир. 4 минуты, когда? Добав. Я понимаю. Я же сообразил. Перчатку сыграли. Ой, еще.
такое еще. Ты мягко, как ты умер вообще. Рука. Давайте просто твой еще добьем, ачивочку получим. Руку не добиваем. Вообще, да, не свечимся? Вообще. Ай, зоркий, сорян. 800 тысяч. Не, мне прохилил тут, кстати. Да вот ты. Сейчас 200 тысяч успеть должны. Да. О, ачивка. Угу. А мы кошатницу не хотим убить или в пизду я? Типа на ачивку. Да, ну. У нас же есть она. Нету, 25-ки нету. О, осколок. Че мы? О. Еще один остался. Так, я пошел планетарий смотреть, да, сейчас? Давай, иди погуляй. А там... Сможешь через ботинки какие-нибудь притвориться? Да, посмотреть да, на, да, на дверь. Да. Я сделаю что-то с этим, да. Там же этот трап ставится. Там нет, там в трап ставится, по-моему, этот. Там же первый страж. А, мне нужно туда идти. Да я понял, тут страж стоит еще один. Тут который говорю, гуляет. Да не нужно к Алгалону идти. Типа а, ты все квесты сдаешь прям там. Нужно первый идти туда. Первый квест. Ход посмотреть на фоне. Перед дверью надо пройти. Надо, надо. Просто надо. Не, если ты десятки говори... делал, то не нужно. Наоборот, нет. Это типа десятки считается. Ну, как еще? Десятки считается квест 25-ки, а 25-ки квест десятки считается. Считается. Но меня не засчиталось. А у меня сосчиталось. Ну ты крутой, Рос, все. Ну да. Остается. Я посмотрел, но я умер. Все, крутому о нем. Посмотрел, пизды получил, блядь. Так это, сова, если у тебя приора нет, просто роу кидай. Это, кстати, боешь, когда он вон уже с летающего камня. Кольчуга. О, приятно. Продадим. Не особо. Продашь? Продашь ее? Да БЕшки да. Сейчас хуёво идут на самом деле. Ладно, она, я сам продам. Дерма сейчас. Ой, на худер. Да, это хуёво. Крит МП5. Еще по да понятно, где. Пал, уже поставили на том, когда. Кто еще раз? А, еще один осколок остался. Угу. Так не выпадет ни одного. Зорки. Я шучу. С йога один упадет. Надо сделать квест, а не с йога, чтобы он не упал. Потому что если он упадет не с йога, то можно будет делать аж на следующем КД. Ну да, а ты как думала? Ну а если... Конечно, обмен, только дай мне. Да, с фемок один точно упадет. По-любому не упадет. Не расстраивайся. Кай. Не читай даже, не будет тебя волнировать. Тебе даже с йога не упадет, понимаешь? Все, типа, закончились осколки на тебе.
Сова, кинешь обмен мне просто и все. Отдам. А мне тебе не было на каждом КД? Что ты говоришь, что у нас будет на каждом КД? Он и так был на всех КД, кроме нас. Ну, сейчас мне еще один из колок попадет, и он зайдет. Ну вот с рыжим молотком будешь Каруйка вообще всутила хилить. Скобков нет. Да, я когда ты научишься за Эршаму играть уже? Рос, вот это, АУГО нахилили в десятке. Круто, скинул. Ну типа ДПС. Норм. А я не понял это, что за хуйня? Я на Эршами неутомимого перехилил. А что там локи делают? А ты соревнуешься с этим? ДЦшкой. ДЦшкой в десятке, ты посоревнуйся в 25-ке с ним. Так с ДЦшкой в десятке надо, в 25-ке нет шансов. Ах, что хреново-то, ДЦшку в десятке я на холипале, ой, на холипале, на ретропале перехилю. Ля, Рос, проводи? Нет, не перехилишь. Ну, рядом буду. Вон там, а, его блин, на третьем месте. Да, вот, на третьем месте просто джагай. А если бы еще флешки закидывал, был бы на первом. Он меня закидывал, потому что я созвездие танчил. Блять, нахуя два сугроба сагрили вот сейчас? Так, сова просто какая-то накручивает себе. Витоли, ну, Шова первый ДПС. Шова накручивает. Да это у меня брустов. Все нормально. Да, там рейд падает, конечно. Кубоп, слышишь? Чем? Да. Так а ты же хочешь на протопале походить, правильно? Да мне только Игнис нужен. Три не нужно. Он просто танчить не хочет. Да я пиздец, бля, я бы пошел уже спать, лег. Я бы тоже, на самом деле. Фейки нет. Да. А, подожди, я бегу только. Шкаф, сумон, быстрее. Не туда фейка, браво. Не через сугробы, с правой стороны обходи. Что там, вагонов, да, досумонить надо? Да. Понятно, я вижу сразу ники вот эти вот. Фул рыба. Чё, кому СС, ребят? 50 голд. Меркантильная сволочь. Давай 25, я закидываю СС. А, кто использовал? Это я, мне ГП. Кубоп, с тебя 100. Что-то я не просил, блядь, я видел все это. Не просил, а надо было брать. Понял.
Пирекс, двигайся, на тебя стаки. Да, медленнее тучу, медленнее тучу. Сдайте на полу. Да нам красу не раздает. Ну что? Как критовать? Вот 36к крит с грозой. Забежали. Вы что-то вообще не дамажите. Согласен. На прошлом КД он не умер. Сейчас, ребят, перегоню. Нормально. О, перегнал. Блять, мне на кида был 22 000 DPS. Ну, тут мы без геры бьем, вот тут понятно. Почему у тебя 10, блядь? Чего? А ноль коните. У меня на том КД был 22 косаря, сейчас 11. Что не то. Ну это же зависит от бафов, если была на тебя гроза или не было. А грозу с миликов вообще никто не выносил вроде. Я только. То есть, типа, две грозы кинулось на РДД. Назад, все назад, все назад, все назад. Охрененная логика. Ну так вот. Бабу убьем? Да. Но не сейчас. Ну, с Ходора осколок не выпал. Французская цонг все меньше и меньше. У нас что, медведь танчит? Я не знаю, что медведь танчит. Слава рейдер будет доделать? Когда-нибудь возможно. Всего 5. Да нам не лень просто этим заниматься. Так что здесь в лень? Не сдержишься. Нам только блоков жарить. Сюда стали? Сейчас будем убивать этого типа. Вверх поднялись. Мишка, спекайся в этого, что-то там полезное. Чё, бабу сейчас? Не бабу, а женщину. Да. Кубу, молодец. А может она девушка? Так чё мы этот будем? Встали в печеньку, быстро стакнулись, лучше. Мы её не зерганём? Что? Мы её не зерганём под герой? Нет. Ладно. Да, 20 лям музыка, ну понятно. Думал, там у нас этот, блядь, Т4, убийцы. Да? Не, хотя больше нам опыта, да. Третью ауру возьмите, Паладин.
Так и не обожрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Наверх, хорош, трапа. Чё, как зербит? Я под напулом умер, но это здрасте. И нахер вы там его пуляли, не пойму. Умер под напулом? Ну, умер под напулом, да. И я просто ещё не понял, почему вы там его пуляли. Где там? Ну, на лестнице, почему не дождались, когда на поворот идёт. Зачем тебе не нравится? Потому что эти коты могли прыгнуть не в танк, а в любого этого. Конечно. Ну, как вот они сейчас прыгали в тебя, потому что ты вышел зачем-то. Кик коста. Да что с ней? Чего она болеет? У нее какой-то фрейм хоть нахуй. Ну, в последнее время у всех так. Это новые чудесные геодаты. Да. Геодаты они давно поменяли уже. А нет, что-то изменилось, Зонт, она типа, ну, она заходит мне на лицо и этот ломается. Тихо. Это лицо нестандартное, Роз, бля. Что женщины ломаются, бля. Сядь с иглы женского одобрения на мужское лицо. Как вообще, да, типа, можно ломаться на моем лице, правильно? Да. Я повисла. Вышли оттуда. Роза на лице? Ой, я, короче, убил Райза, ну, сорян. Не так кнопка бывает. Да не, там чисто я тебя убил, не хилы. Он на тебя прыгнул. Он на скай прыгнул. Нет. Скай БР. Не надо, я повесил. Отошли, что вы стоите? Отошли! Что стоите? Быстрее! Неутомимый БР. Его заканчивается. Да, у нее какие-то проблемы с башкой, это говоря. Она сейчас без фирака остановила каст. Что это? Да, это давно уже бывает такое. То она пару раз фиряет, а потом перестает. Нет, ты посмотри на ее фрейм. Типа, вот я отхожу, она подходит, я подхожу обратно. Ладно, она не сломалась сейчас. Ну, в прошлый раз сломалась. Помнишь, говорят женщины с кошками, а? Логично. Босса просто кастрой босса. А вы что, все сексисты? Нет. Осуждаю. Сильная независимая с сотней котов. Слабая, значит. Ну что в этом плохого? Пошлите на Фрейю. Чем тебе Дори мне нравится? Ну не нравится мне. Нет настроения. Ты все равно сегодня бить. Отстань, Кубоб зайдет за протика и побьет. Бля. Роза, что ты ломаешь? Ты хотел сказать ура! Смешка есть. Баньте череп. Бан. Лови, брат. Да почти никого нету в Т4. Я не боюсь льду, я заебался, я хочу спать. Плюс Донт набрал каких-то вагонов, что я осуждаю. Это вроде никого же не осталось. Да смотри, карась какой-то, который вообще 0 хила дает. Что за карась? Без понять. 0 хила. Ой, маба, заберите, ребят. Дайте ему стан, дайте стан. Ну плюс-минус, может чуть меньше. Хорошо. Это на Торе 0 хила будет. Ебаная. На Торе мне просто все. С таким хилом. Так, это сколько у нас есть?
Тем более ему на Торима она как раз точно. Ну, карась там что-то ебашится, блядь. Буйный рост там хуяли. Ну при чем тут? Я смотрю, типа, на боссе, где это нужно было. Типа, на том же самом собрании там. Да, понятно, да. Идеальный дает 9, как карась 2.5. Ну, ты посмотри, где как бы. В чем идеальный ходит. Так я ж не спорю, я ж. Блядь, вот я разве говорю, что ты плохо играешь? Я просто сказал, что ты не даешь КПС, а чё вы сразу обижаете? Я не обижаюсь, ты просто говоришь, левых кого-то набрали. Ну да, но я тебя не знаю, прости. Левый, вот. Ну что касается... Я вот как раз таки здесь для того, чтобы левым перестать быть, понимаешь? Ну, еще не особо. Правых набрали? Но Джиглипуп не смог стать своим. Не выдержал. Что касается Эрдру, манускрипт, мягко говоря, не тот. Хосты маловато, не все к камни стоят. О, пошел. ГП получается. Какой главное, он уже лежал в фильде, какой он Шова, Шова главный это, знаток Эрдру. Аналитик. Это, он занимает эту вакансию в нашей компании. А вот смотри, Магма ВН, это нормальный Эрдру? Это слева. Что? Ну это Магма, вот этот Эн стоит, видишь, моб? Бля. Вы убили босса или нет? Да, к нам. Да, осколок не выпал, заходи. Магма Эйн, блядь. Ну все, уже спилили. Ну, Альфа, ты в Т5 хилила норм, а без Т5 мы тебя и не видели. О, там шея упала какая-то беспонтовая. Ну да. Когда я к твоему Эрдру придирался вообще? Не было такого, не выдумывай. Возвращаемся в Ульдуарф, ты все. В Гер вернемся. Может быть. Вернемся, конечно. Ну, пацаны, ну танкуйте. Да, да, я, короче, нашел новый абуз. Секретный. Короче. Даром бездны откатывать. Таунт? Нет, лужу. О, слушай, да, кстати. Нифига себе, ну ты Америку открыл. Ну что, интересно. Я слышу, на эстер никто не идет. Тихо. Диспел. От яда, ребят, очищение тотемчик быстрее. Ну, Рос, что ты устроил сейчас? Я не знаю, ну типа, не таунти, это дракон. Хранитель да, не в жизни. Нет. Зачем ты побежал так? Типа ворвался в разные стороны. Что с драконом, с вот этим вот? Да его кто-то в вихрь кидал. Ну да, как. А, ну типа, не знаю, ничем не могу помочь, если я даю таунт, а типа он не идет на меня. То это кнопки типа на условном ульдаре на каждом боссе, что типа мы ее уже убивали. Подходишь, нажал, короче, босс умирает, просто лут появляется. Вот. Я могу макрос таким сделать. Ну, свой скилл? Не, крик, наш крик, мы ее уже убивали. А можешь делать так, что подходить на тебя нажимать, и этот макрос срабатывал? Ну, я не думаю. Нам нужно какой-нибудь делать. Хотя я не думаю, что он тоже работать будет. Можно сделать макрос, нажимать на шоу, и он будет говорить «Гудит пидор». Эх, классика, да? Это да, это классика. Чего, блядь? Да какая-то хуйня. Причем не то, что шоу говорит это. Вы так с этого рофлите, а все это говорят, какая хуйня. Ну ты же не местный. Тут реально все так рофлят, а Годлик может ночами плачет. Да не. Ну, Тори. Да может ночами уже попориться, блядь, как ты знаешь. А ты как думаешь, куда ты он... Ты так сказал, как будто это плохо. К тебе, что ли? Нет, он поехал это, в психушку нервы поправлять. А, ну ладно. После тебя дурку? Да, Гуди дурки. Класс. К нему приехали санитары, связали его. Шова, когда ты на него насираешь, это не так интересно, когда
чем зоркий тебя подъебывает, на то, что ты на него насираешь. Это интересно. А возьмите фаер-ауру этот. Грозовому у нас кикает Райс, водному кикает Пайрекс. Грозовому кикает Кимсик, водному кикает Айнан. Услышали? Поставьте рыбку. И еще грозовому кикает Валк. Сейчас поставлю. Вот, все. А я говорил, все, нас слушает. А, на, 3, 1 кик надо, а я назначил троих людей. Надеюсь, вы справитесь. Рыбка. Я не знаю, Парикс, я не запоминаю, типа, как донт. У меня этот... Одноразовая... Это... Память как у рыбки, короче. Я назначил, а вы там сами, пацаны. Ну, рыбки 2 минуты. Типа, если у вас есть время повайпаться, давайте, я не против. Это нормально, кстати, тут. Да. Всегда так говори. Чисто мотивейшн. А мы с ним до 12 будем сидеть? Я до 10. Мы до Везекса. В смысле? Мы же хотели по 2 часа, Дон. Ну что значит до Везекса? Не по 2 часа, ну, давайте... Типа, мы 30 минут начали, давай, блядь. Ладно, по 2,5 часа. Гуляй. Блядь, хранителей убили и разошлись, хули вы ноете? Да я только ною, блядь. Хули вы вообще против, что я ною? Хули вы ноете, что Рос ноет, блядь? А вон уже... Хули вы хули? Вот вы наныли, блядь, и нам теперь через эту хуйню прыгать на ласт фазе. Тише, все, тише, тише. Куда прыгать? Ловушки раскидали? Пиздец, куда попал рейтинг? А вы ешим до 30. Выбежали. Разбежались. Мастер на огонь. Прохил. Дерево воды. Да, у воды. Дерево сыграли. Не вижу. Закончилось. Блин, у меня какие-то проблемы с... Или поднять. С пингом. Почему-то 180 пинг. У меня это, ну, не подходит. У меня тоже что-то здесь просадка. Не провайдера. Нет, тут не в этом дело. У меня тоже лагает. Кимсика резать? Где вагон валяется? У меня вчера было то же самое. Я думал, это роутер, но нихуя. Типа, и сегодня то же самое. Вчера на арене, типа, играешь, типа, оп, на... топ-каст? Нет, не надо. Большой. Да, возле босса. Древо. Нелла выбежал от рейда. У меня уже баб кончился. Он уже выбежал. Кого делишь? Держи навер. На пульте. Большом больше урона. Шо, а шо за цифры? Да крутит печать по троим, по любому. Большой. Ну так лол, а чё ты хотел? По четырем целям. Романов, ты сам себя можешь снимать. Я знаю. Просто долго снимаешь, я напоминаю. Собака где-то лазила, блядь. Так они все, кстати, собаки побежали, волк и шаманские побежали на дерево. Невер, ты зачем этот? Отдал, забирай. Я попробовал просто. Невер, беги.
За боссом. Давайте добивайте, у меня просто лень перебегать. Void Fury, кинь инер идеальному. Forest Stranger, кинь инер неутомимый. Хотя у него, скорее всего, щитки взорвутся. Помогите мне, дети мои! Перед боссом. Дарс, играйте. Через большого играйте. Огонь. Выведи, выведи, выведи. Опа, троих назначал, грозовой кастанул. Ну чё, всем троим. Одна проблема, он не помнит, кого назначал. Не, ради такого повода он вспомнил. Я думаю, он, да, алгоритм помнит, как он выбирал, как бы. Я не помню, как я выбирал, как ты выбирал. А, ну все, тогда живите спокойно, ребят. Главное, оборачивайтесь. Самим стыдно должно быть. Типа, что вы так боитесь этого ЕП, ГП? Типа, которая сейчас уже вообще никого не решит. Вообще никому не надо. Но не боитесь того, что вы бездари ебаные. Ой, извините. ЧСВ. О, это прямое оскорбление, за это розу уже ГП. Да, 500 ГП. Я ж никого лично не оскорблял. Того, кто не кикнул каст просто. Все, ставь давай нормального. В дерево воды. Подожди, это фаза? Да, бить, бить. Он ебашит. Что, у него просто 100 и 100? Ну же, вы не дамажите, не дамажите. Справедливо. Оля, Гера. Бутер, выйди с воды на эту сторону. Энг самый сильный получает. Побежала, побежали, побежали. Кстати, очень плохо, ну, типа, перевели. Она должна была умереть до того, как начала бросать эти штуки свои. Что-то не так. Да там два тела лежат. Да, понятно. С этим не связано. Там дерево. Да, далеко. Пиздец. Дерево сыграли? Далеко. Сыграйте, кто надо не трусит. Да, не успеете уже. Смотри, нахуй, заливаю, брат. Демон в мелизону прибежал, ты шо? Пели, по-моему. Нормально. Только осторожно сейчас. С стороны, на темной стороне стоим, все. Про Хьюрида. Перебежали на ту. Дерево. А, нету корня. Дерево. Корни. Перебежали. Блядь, прибежали. О, хер, живи. Дерево под боссом. За боссом. Юрики заклевывайте. А, за боссом. Не, на самом деле, типа, у нас этот ощутимо меньше ДПСа, чем в прошлом рейде, потому что что-то. Да. Где все локи? Локов нету. Локов нету. Все, отойдите оттуда, ребят. Сейчас кого-то прижмет. Сейчас кого-то уделает. Ой, ну варочка там на тоненького. Тут закроем. Да, ну ладно. 5 это беспонтовая шея. Зато две сферки. А? Угу. Оля, там чертеж хороший такой. Че, мы кого? Мимирона? А, давайте Мимирона. Давай Тори Мороз. Давай Мимирона. Хотя бы люди еще не заебались. Не, погнали Мимирона, ну реально, он сложнее. Ну давай, твоего. Ладно, хорошо, хорошо, давай. Диана, что на меня смотришь?
Я выиграл, Нет, я выиграл. 96. Не было, 95, самое большое. Ты говорил, что? Сколько я выкинул? Зорки. Я выкинул 3. Зорки, 96. Зорки. Вот нахуя ты ролил? Вот зорки, блин, дал бы порадоваться. Ой, шо ролят? Шо ролят? Да шо ты, блин. Уже ничего. Это я позвонил какую-то штуку, не помню. Эх, ну ладно. Главное выиграть, не главное, что. Это же все я. Да, блин. Что тут караса приговор 24? 24 в скобках, без этого, без 20. И 4. Разделить на 10. 2 и 4. Ну да, так, ну да. Завтра в школу, пизда, блядь. Понял. Я с тобой. Поэтому я такой заебанный, вы-то думали. Так не пизди, сейчас каникулы. Не-не. Он штукатур маляр, он там потолки красит. О, похоже на правду, кстати. Я на этом, понял? На обучении для особенных. Зачем вы мне по две штуки их даете? Потому что они никому не нужны. А, насчет этого, ладно, а там вот подождите, кожа, которая... Подождите, подождите. Дайте мне одни на мага. Есть, Карас? За 100 гривен Карас, дай мне лидера. Дам. Зоркому дай одну, пожалуйста. Поножи, берегини, они нужны вообще кому-то? Я их ролил. Ты их не ролил? Слышишь, Том, давай химию кому-то этот... Так ты мне лидера отдай. Я отдал. Линкуй, Лангрис. Ролим, ребят. Мак, кому надо? Ну все, я победитель, да? Блять, ну рядом. Зоркий. Да, спецов. А что ролим? Что ролим, ребят? Я 91 выкинул. Да, там 98 есть. А что мы ролим? Ларец алхимический. У вас есть алхимия? Вы рольщики. А, ну тогда нахуй не надо. Неутомимо давайте. Мимирон? Да. Так, а что насчет поножи? Берегини, кожаной. Мы не знаем. Обмен просто понесем. А таким составом идем? Что, ну что ты хочешь? Вот их кто-то забрал? Ну. А, понял. Не, просто я один их ролил. Если они никому. Если они кому-то нужны, черт с ним, а. Удон-то они. Просто обмен дай и все. М? Просто обмен дай. Я пылю? Я пылю? Да. Угу, спасибо. Дай проки по 2. Где вы? Собраться уже получается. А чё неутомимый такой охуевший, блядь, 230-й? Аж обидно. На сову мою посмотри. Да, сова твоя хуйня. Особенно если с учетом того, что это твин. Да, Корнелса же, по-моему, взять надо, нет? А, или он Тарима. Я попробую зайти. Мне Сторим нужен. Здесь Unknown что-то еще хотел, по-моему. Че, перекур? О, микро. У кого-то батальоны пошли там. Че, пацаны, перекур, да? Нет. Нет. Че вы там встали? Так я тоже, блядь, как бы в субботу попал, на то число, как бы, Сова, выключи микрофон. Слышишь, этот,
Да. Так, я сделаю тоже. Ты релишь или как? Угу. Я микрофоны выключаю людям, которые лицами это не могут сделать. Идеальный, помни мою доброту. Сейчас смотрим по этому траю. Кубок, ты где? Кубок, ты вижу, где. Сова тоже. Смотрим по этому траю. Если нет всех, кто вагонится, всех меняем. Так, а что нам делать? Тактика. Огонь. Какая тактика? Огонь уже разнос. Сложно тактику, Дом. Да, блядь, у нас каждый, сука, рейд новый состав. Рос. А кто новый? Никого нового здесь нет, ни одного. А пусть пьеса, расскажет. Я на пожарной шли вайпаться, похуй. Мне похуй. Кто во где сдохнет, пидор, и все. Да, ЦП просто буду давать, и все. Если без тактики пришли. Ну типа, блин, реально, я не хочу никого выгонить. Простите, конечно. Я такой заебанный сегодня. Где там Spellbound и Рос? Все, я запускаю, Донт. Да, запускай. Ты людей по сторонам раскинул? Да пойдет. Отсчет времени до самоуничтожения начат. Самоуничтожение области. 2 секунды, 1 секунда. Вышли. Ну. Релио. Разбегитесь лучше. Три. Это огонь. Вышли. Зря, у меня огонь не ползет наверх. Просто забакался в текстурах и все. Огонь. Вышли. Мне камень. Мины смотрим. Отбежали от босса. Сейчас будет потушить. Все, добиваем. В квадрате все стакнулись. Все в квадрат, все в квадрат. 5 секунд. 2 секунды. 1 секунда. Отбежали. Побежали, побежали. Тут друид нужен, нет? За звездочкой справа стали. А, друида поднимите. Форест, твой БР. За звездочкой, за звездочкой. Сейчас огонь будет, будем забегаться к квадрату еще раз. 6. Пошли, 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 пошли. 4. 2. 1. Побежали. Разбежались по кругу. Сейчас босс начинается, Геру даем, дамажим. Гера, пошли в рун. Отбежали от бомбы. Еще дальше отбегайте. Огонь 5. Да, огонь 2. 1. Огонь, вышли. 2 шипешника. Массакра. Прохил рейда. Мастер аур. За спину. Смешно. Ну, конечная получится. Да, давайте упадем сразу. Арнест тут? Написать да, тут. Надо. Тут. Заходи. Но он тут? Через 10 минут. Через 10 минут. Через 10 минут он будет.
Покурить могу пока замена? Что с Райзом? Райз, ты лагаешь? У тебя прям сверх фризит как-то. Нет, покурить не успею. Каких перекуров? Не-не, я просто вижу, что ты это отлагаешь. У тебя прям перс дергается, как будто ты на спидхаке бегаешь. Так, может, на спидхаке есть? Профессионалы добираются до Мимирона. А, да? Меня на замену кинули. Угу. А мне для проходки нужен босс. Unlock. Ну, сорян. Да. Нужен ДП. Понимаю. Ну, как бы... Сейчас мы... Что есть, то есть. Мимирон Хэм. Мимирон Хэм, да. Это как обычно, только в хейме. Да ладно. А, нет, не обещал. Что-то все обещают, блядь, и что-то не получается. А кто вам, типа, что-то ну реально... Я, блин... Слушайте, я не хочу первый вот стать уводить, а вы мне говорите, что я второй обещаю. Я вот реально не понимаю, типа, я три раза с собой ходил в льду 25-ку с пугами. Все три раза мы закрыли всех хранителей. Да. Почему этого никто не может сделать, кроме меня, типа? Типа, с пугами супер изи закрыть в обычке хранителей, не напрягать, блин, типа, гильду. Слушай, а вы видели потолок над Мимироном, бля, какой красивый? Кстати, да. Чё-то там, смотри, стреляет, чё-то. Бля, Кубо приятный парень, конечно, пиздец. Наверное, нашел родственную душу, блядь. Кубо, пошли в горы полазим. Куда? Неймер, как бы туда залезть, этот потолок? Да, как бы. А это во льду, потому что они, типа, не одеты. Ну да, ребят, те, кто на вас меняют, не забывайте, что Ульдуар 25 — это сейчас актуальный контент, а не проходной, чтобы вам в Каражан проходку открыть. И типа алов. Чтобы было легко, сначала должно быть сложно. Двух стаек отключаем. Не, нихуя. Не выключаем? Ну, пока я не добежал, нет. Не, понял. Но на какую сторону мне идти? Да, на любую. Здесь стоит идеальный. Да пойдет, вот так вот и стой. Там спеллбаунс со скайм будут. А, кстати, огурцы там. Да, огурцы поставьте. А, у нас два лока с одной стороны. Не, это... Нелла там, по-моему, стоит или кто. А, этот... Нет, я думал. Да, это мягко. Поставь там все огурцы. А что, в смысле, не было? У нас Бьёрн зашел и сказал, что ну, кому ГМ-ку отдать? Я, может быть, осенью буду. В смысле, инфы не было, что у нас один статик. Я после САП пришел, спустя час спросил, что было интересного, все молчали. Spellbound. Что, здесь нет? Нет. Нам никому ГМ-ка не нужна, поэтому все есть как есть. Ответственность не хотим. Да мне так же МКС, зачем вам ГМ-ка еще одна? Да, в том-то и дело. Давайте босса убивать. Все, все готовы, да? Нет, спеллбаунда нет. У меня опять забагалось. Он дисконнекнулся. Альфи, кстати, ты видишь, и снова я этот... И снова на мне все. А Бьёрн на БК, да, сейчас? Он на работе. Да. Тоже дрочево, только не репутация. Spellbound написал, вылетел, заходит. Ну, он зашел. Короче, только давайте. Пульнул. Вроде, да. Секунда. Готовьтесь. Одна секунда, вышли. Невер, давай я поведу. Давай, забирай.
Ой-ой-ой-ой, прохи. Не, крестик и два луча. Эдди. Одна, секунда, огонь. Огонь. Что дальше? Проходи сразу. Крестик прохил. Это тоже. Мины смотрим новые. 5, 3, 1. Вышли. Отбежали. Осторожно, бьем, не добиваем. Добиваем, добиваем. Как раз тайминг, короче. Квадратик. По минам не ходим. 4, 2. Выбежали. Сбоку стоим. Звездочку ставим. Две секунды. Одна секунда, выбегаем. Все, все по местам встали. Рейндж держим. Сейчас Гера. Гера. Отбежали от бомбы. Так, квадратик, за ромбик и крестик зашли. Масса Круз был баунд. Вы умрете. Вы умрете. Масса Круз Корнет. Скоро каст будет. Вы умрете. Мастер Аут. Отбегаем, отбегаем, отбегаем. Приезд, вагон. Отбежали от огня. Дистанцию наберите, сложно прохиливать. Добиваем, сейчас БР раздаем. Ракеты смотрим. А Нео поднимаешь Форест. В рочку поднимает Войд. Печеньку стали все? Зорково идеальный. 5 секунд, 2 секунды, 1 секунда, огонь. Идеального ХД. Найс, стали печеньку. Это мягко на пул даем. Огонь 2. 1. Отбегаем. Бомбот. Херекс, на тебя бомбота. Тонт, от огня можно отбегать раньше. Типа где-то на 2 секундах уже можно отбегать. Бомбот. Бомбот. 5 секунд. 4. Побежали. Побежали, побежали. А, там посадили. А, Фолипау. Сколько до огня? Еще ровно. 10. Побежали, побежали, побежали. Просто уводи дальше его, он взлетает над огнем. Ты сам его, он на тебе окрой, раз. Уводи его дальше. Да, он-то меня открыться. На тебе окрой, ничего не знаю. Ну тут бомбота будет. Пускай. Так, пламя 5. Перебежали. 3. Побежали. 2.
Сколько у нас спотов? Заливайте сигнальных, заливайте. Сигнальных заливаем, черепочек не трогаем, квадратик не трогаем. Крестик тоже. У меня пизда с пингом, я вообще не понимаю, как танчусь. Я, короче, поставлю к кнопке сейчас. Плюс на ману и тотем. А, нет, огонь, ладно. Огонь 3. А огонь сейчас будет, вышли, вышли, вышли. Что у меня с таймингом? А, милики, ноги, РТД, грудь. Донт, притворись. Вы умрёте. Хоть больше друг от друга разбегитесь, ребят, весь рейд лутает луч. Побежали от меток. Огонь 3. 2. Побежали. Милики, огонь. Мины смотрим аккуратнее, когда бегаем. Я сюда пойду. За спину. Вращение. Давай я в другую сторону поведу сейчас, вперед. Давай, пошли, пошли. Огонь 5. Готовьтесь к шоковому. 3. Крахил. Огонь. Побежали. Отметки отошли от красной. Шоковый. Милики убежали. Мина в центре. Блять, там удар. Огонь 5. Огонь 1. Ой, 2. Побежали, побежали, побежали. Голову больше. Я прикрапы твои. Там 1 300 000, там столько же. По ногам. А, обстрел, 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 обстрел. Милики в грудь. По-моему, Геры не было. 2. Милики отбежали. Была. Вышли. Не фоди, наверное. Хуй не говоришь. Бомбу смотрим. Все, смотрим, все. Может, добьем? У нас 5 человек мертвых, живые. Добиваем, да. Добиваем, поспокойненько, спокойненько. Грудь, 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 грудь 500. Голову стопнули все, 100 там тысяч. Грудь 500, все в грудь. У нас один хил, танк и 3-4 Д. Танка больше нету. Блин. Если сейчас ноги убить, то можно добить. Не, ладно. Yeah. Да бля, что-то вы много падает. Нельзя вот так кучно стоять на третьей фазе. Ой, на четвертой фазе. Типа, вас просто всех задувает там. Что ты делал? Кера, блядь, была. Ой, Невер. Еще раз. При чем здесь Кера?